Друзья, наконец-то мы здесь в Инстаграм-зоне. Елена Катина в прямом эфире. Я, конечно же, не могу не обратить внимания на этот чудесный образ. И хочется, да, дергать за косички всегда. Скромная, приятная, обаятельная Лена у нас в прямом эфире. Лена, вот, например, никогда не хотела кардинально сменить имидж и выйти, например, там, я не знаю, лысой или с каким-нибудь ирокезом, да? Нет, я себя люблю, мне все нравится. Я не говорю, что это плохо, но, знаешь, бывает, вот хочется такого шок-контента. Не хочется, мне вот прям отлично. Я себя вижу в зеркале, и мне все нравится. Не хочу ничего менять пока. У многих девушек, знаешь, есть такие комплексы, вот каждый раз смотрят в зеркало, что-то не нравится, думают, блин, ну что-то не так, нужно там, не знаю, пластику сделать, платье новое купить. Вот что ты им посоветуешь, вот самое обаятельное, привлекательное каждый раз себе говорить? Это интервью Насти просто. Ну, на самом деле, ребят, я вам действительно желаю полюбить себя такими, какие вы есть, потому что вы прекрасны в любом случае. Каждый человек индивидуален. Просто, мне кажется, самое главное – ухаживать за собой, делать себе приятности всякие и вести здоровый образ жизни. Да, все будет хорошо. И главное – слушать песни Лены Катиной, которые через несколько секунд мы, пожалуйста, увидим вас на сцене. Елена передает привет огромный. Еще раз. Как мы сегодня? Все хорошо? Ну, тогда мы сейчас будем петь песню, которую, ну, все знают. То есть, мне кажется, нет ни одного человека, не только в России, кто бы не знал такую песню. Это гимн нашей команды на Олимпийских играх.
Поэтому, пожалуйста, я очень хочу слышать ваши голоса. Нас? А если погромче покричать? Кого? Давайте все вместе. Покричим. Подружнее.